Всем привет! Меня зовут Макс Брандт, и наконец-то я нашел человека, которому нравится лакрица. Это Слава Штиглиц. Всем привет, и я действительно люблю лакрицу. И сегодня мы потестируем лакомство Славы и финнов. Это лакупало, то есть это лакричные конфеты. Тут прям 4 вкуса. Банан, шоколад, тоффи и клубника. С разными вкусами я еще ни разу не пробовал. Чисто вот лакрица. А вот скажи мне, как можно ее любить? Скажи мне, вот серьезно. Потому что я говорю, что люди, но не очень. Ну, слушай, у нее такой специфический вкус, который я, пожалуй, могу найти только в настойке вот корня солодки. Мне вот так напоминает. Я уже понюхал. А мне нравится. Вот серьезно, мне нравится. У меня специфический вкус. Давай сразу выберем. То есть это красное, белое. Коричневое. И еще какая-то коричневая более светлая. Нет, это вот это. Давай. Тут на самом деле тут не прям так легко определить, потому что тут в принципе всего 3. Тут 4 вкуса. Тут должен быть, да, тут 4 вкуса, но я имею в виду, что можно определить, потому что тоффи и банановая, они очень похожи. Она должна быть желтая банановая. Шоколад. А, что-то вообще желтого не вижу. Ну вот, желтый что-то реально. Давай. Реально нет желтых. Нет, это такая же. В общем, ладно, давай тогда на вкус, раз мы не нашли, давай выбирать, может быть, что-то у нас получится. Вот тут уже первый обман для меня, и к лакрице я отношусь еще более скептически. Давай. С чего начать? Давай шоколад, потому что мне кажется, шоколад это вообще жопень. Я люблю шоколад. Я люблю лакрицу. Так, стоп, ну на шоколад. Вот шоколад. Честно, вот когда я смотрел твое видео про лакрицу, где ты с парнями снимал, вы такие все плевались, я не понимаю, почему такое отвращение к ней. Тут лакрица чувствуется меньше, но и шоколад здесь дерьмовенький. Прям кому комбо. Ну, за шоколад я здесь, конечно, не буду говорить, он такой действительно лакрица, но... Давай дальше, что там? Давай красненькую, мне кажется, что... Вот. Что нет. Клубничка, она, ну, чуть... А, это клубничка, да? Да, это такая клубничка. Заедим. Что? Ты попробовал укусить, да? Ты чувствуешь, как оно прям кусается, как какие-то да. Червячки? Да, там эта начинка, она такая чуть хрустящая. С таким характерным хрустом оно прокусывается. Не могу. Ну, я уже не чувствую клубника, чувствую вкус лакрицы тупо. Мне не нравится. Нет, честно, вот эта начинка, она сбивает на самом деле вкус лакрицы. Выдави и съешь отдельно. Че? У нас есть еще. Белое это и есть банан. Нет. Нет, смотри, есть белое банановое, а шоколадное и тоффи, они чуть разные. Да. То есть белый банан получается, а светло-коричневый. Какой ты взял? Я тут давай белый. Я же не могу, у меня вкус лакрицы тупо. Странно вообще, я не понимаю. Давай банан. Я тоффи схватил. Давай тоффи тогда. Не, честно, начинки не очень. Ну ты знаток лакрицы, обычно, видимо, вкуснее, да? А не как сейчас. Ну как бы да, там 100% лакрица. А все. Я могу попробовать последнюю, и все. Так, и теперь банан. Я еще просто не хочу это есть, поэтому у меня где-то вот в закутке рта у меня еще осталось шоколада, там все, поэтому у меня все сбилось, да. Ну, банан, кстати, прям чувствуется. Единственное из начинок, у кого прям сразу вкус начинки, это вот банан. Да. Банан, потом шоколад. Потом идет тоффи, который похож на шоколад, и клубничка уже дальше. Да. В общем, короче, это тебе подарок. Ешь в дороге, ешь дома. В общем, пожалуйста. Я как семечки буду лузгать. Пожалуйста, убери от меня. В общем, я очень раз понял, что я не люблю лакрицу. Слава понял, что он любит лакрицу, но без начинки. Без начинки. А, саппорт. Напишите, как вы относитесь к этому продукту, потому что вот его много кто не любит, а много кто не понимает, как можно любить.
Ну, здесь, видимо, такое радикальное деление просто. В общем, как вы знаете, у Славы есть канал, там много тысяч подписчиков, поэтому если вы будете еще одним, будет приятно до глубины души. И мы, кстати, там со Славой сняли крутой выпуск, поэтому вам должно понравиться. Выпуск с едой, естественно. Выпуск про еду, поэтому переходите. Вот здесь видео. Подписка на канал, еще одно видео. Лучше всех. Пока. Пока-пока.